чем дальше мы идем, тем хуже все происходит. Мы вынуждены идти дальше, дабы выяснить истину. Где у нас была такая же. Штука, где можно было подняться. Так, ну тут, в принципе, ничего полезного для нас нет. Но опять же, это пока все. О, вот эта штука мне будет полезна. Давайте, пока у нас есть возможность, все поисследуем. Котейка ушел. Обидно. Ну, будем надеяться, что действительно ничего нету. Такого уж. Ничего не упустили, никакого места, где мы раньше не могли куда-то попасть. Это можно проверить, кто-то поисследовал. Я хочу двигаться вперед, чтобы выяснить истину. Помню, где-то были у нас еще возле лифта что было подобное, где мы можем подняться с помощью этих колесиков. Давайте ж почитаем, о чем нам поведает новая история. О, человек, ты видишь, мир не замер, он перетекает и изменяется. Но что именно ты видишь? Как замок поглощает эти земли? Как боль сводит ведьму с ума? Как рыцарь пытается пройти чужой путь? Все это не так. Что-то уже произошло. Чего-то никогда не было. Линии прошлого вновь переплелись. Твое прошлое, их прошлое, ее прошлое. Линии вновь соединили вас, как делали уже не раз. Этот мир уже мертв, он разрушен. Ты помнишь? Ты разрушил его. Ты не был частью этого мира. Ты пришел в этот мир через ее
рассказ. И ты дополнил его, ты менял его. Это больше не ее мир. Это не мир огненного цветка. Своим присутствием ты разделил миры, и твой мир полнее. В ее мире рыцарь похитил цветок и у породивших его. Но в твоем это не так. Ты знаешь правду. Ты знаешь, что рыцаря нет и никогда не было. Исполни, что должен. Уничтожь замок ее мира. Сотри мир цветка в пыль. Спаси ее. Все, он больше не требует от нас боль. Мир меняется, идет новый круг. Отлично, мы узнали все ту историю. Вроде как. Хотя, я думаю, ему больше нечего мне сказать. Все, что он хотел сказать, уже сказано. Теперь давайте искать способ. Ага, вот он. Я ж помню, что он тут был. А. Ну что же. Пришла пора подняться. Тут нужно сделать глобальный. Понял. Эй! Немножко кувака не хватило. Вот так вот. Фу. Так, погоди, внизу тоже ничего нет. Вроде бы нет. Надо все пытаться исследовать, хотя это, в принципе, не особо уже и важно. Но все же. Возможно, что-то и будет, если соберем все 85. Но понимаю, что это нереально. Здрасте. Допустим. Понятно. Так, я могу спрыгнуть вниз, но мне же этого не нужно, я надо вот эту вверх. Ага. Любопытно. Увлекся слишком тем, что смотрел наверх. Ничего страшного. А ну, я же хотел подняться. Давай, стоп! Как он долго думает.
Так он работает. Я все понял. А я-то думал, для чего нам эти два круга там нужны? Смысл пускать. Теперь все стало на свои места, так сказать. Давай, открывай срез. Я ж немножко пострадаю, но при этом буду жив. Ага. А я-то думал, почему я наверх не могу подняться. Теперь все четко и ясно стало на свои места. Так, только единственный вопрос, а я отсюда теперь как-то смогу туда попасть? Или же, в принципе, должен? Ну да. Все логично и практично. Так, тут чудик тоже исчез, который нам свое черное сердце дал. Птичка все еще осталась. Прости, птичка, мне с тобой возиться некогда. Надо дела делать. Вау. Здравствуйте, ребята. Мы путешествуем. Ну, то есть, как? Мы раньше жили в доме, но кто-то решил, что мы должны начать путешествовать, и подбросил нас сюда. Теперь мы путешествуем. Спасибо за тот случай. Ну, ты знаешь. Эта история почти закончена. Осталось совсем немного. Не дай чужой башне забрать еще одну жизнь. Ты помнишь, как все закончилось? Ты ведь уже слышал эту историю много раз. В этом мире все так запуталось. Никто уже не может сказать, что в нем от тебя, а что от нее. Если я скажу тебе подумать о фонтане. Чей теперь это фонтан? Твой или мой? Его придумал я. Может быть, я его даже видел. Но теперь он в твоей памяти. Ты можешь добавлять в него что-нибудь. Свои воспоминания. Может быть, что-то хорошее. Может быть, что-то плохое. Тебе не обязательно знать, каким фонтан был раньше. Для тебя он будет твоим. Истории — странная штука. Эту историю ты поменял довольно сильно. Вот это побеседовали. Эта лиса, она из твоей собственной истории, правда? Наверное,
ты встретил ее очень давно. Замок этого мира. Это не твой замок. И не замок огненного цветка. Но он меняет ее судьбу. Меняет твою судьбу. Чужая боль может разрушить не только мир того, кто хранит ее. Вау, я хочу еще побеседовать. Пожалуйста. Все мы только память о самих себе. Ты сейчас говоришь со мной. Ты помнишь, что говорил со мной секунду назад? Но что было до того, как ты начал это помнить? А было ли что-то? Наша реальность — это то, что мы помним о ней. Ты живешь во мгновении, которое уже ушло. В чьей-то другой истории ты злодей. Это для него реально. Уверен ли ты, что то, каким ты себя помнишь, реальнее того, каким видит тебя он? Если твоя память исчезнет, весь твой мир просто перестанет существовать. Если твоя память изменится, для тебя она все равно будет реальностью, хоть этого никогда и не происходило. Когда тебя не станет, останутся только истории других людей о тебе. Каким ты будешь в них? Что ты оставил после себя? Ты можешь попытаться убедить их, превратить хотя бы часть их реальности в свою, но нужно ли это тебе? Если реальностей бесконечное множество, если ты сделаешь похожими всего две, что это изменит? Так легко сказать себе: важна только моя реальность, я должен жить ради себя. Но мы меняем реальности каждый день. Свою, своих близких, людей, которых мы даже никогда не узнаем. Каждое твое действие меняет чужие истории, и они передадут эти изменения дальше, исказив их, потеряв часть деталей, добавив свои. Но кто знает, что получится в конце цепочки. Вау, сколько тут можно беседовать, а? Это же просто обалдеть. Просто если в твоей истории есть хоть капля добра, возможно, ты сделаешь чужие реальности капельку лучше. Возможно, чужие истории о тебе будут хоть немного похожи на твою собственную. А значит, весь твой мир был не только в твоей голове. Значит, ты жил для кого-то еще. Ты потеряешь цветок, который вырастил, ты же знаешь. Это уже произошло. Но спаси чужой, он даст тебе смысл жизни, как уже дал его рыцарь. Позаботься о нем, пожалуйста. Цветы не должны умирать. Это очень, очень грустно. Мама тоже зовет нас с братом, мои цветочки. Может, возьмешь нас и маму к себе, когда все закончится. Мы хорошие. Правда, правда. Мы будем ждать. Вот, все. Все. С вами говорить я больше уже не могу. Вы сказали мне все, что хотели. А вот с тобой поговорить еще не получается. Фу, вот это, конечно, да. Попытались нас наставить на путь истинный. Но, в принципе, я этому даже рад. Может, наш главный герой теперь изменится. Но это, конечно, не точно. Место. Открывай. Ломай.
Раз. Ломай. Два. Ломай. Три. Ага. Как оно все получается, однако. Теперь я их уже просто собираю, дабы собрать. Сколько смогу. Лисичка. Все же есть свет в конце туннеля, так сказать. Надо только верить в хорошее. И что-то хорошее рано или поздно произойдет. Так и это.